Всем привет! Снял первый обзор игры. Обсуждать мы игру сегодня будем. GTA San Andreas или San Andreas. Чтобы ее установить, вам нужно будет скачать архив по ссылочке под видео. Архив весит 2,37 гига, то есть 2 гигабайта и 370 мегабайт. Качаться будет архив, естественно, долго, так как файловый обменник для таких размеров я нашел подходящий, только TurboBit. Естественно, он бесплатный. И я вам покажу инструкцию обязательно, как можно установить. После того, как вы скачали архив по ссылочке под видео, у вас будет вот такая вот папочка. Качаться архив, конечно, будет долго, потому что свойства, как вы видите, вот такие вот его. Вот. Его нужно распаковать. Можно также на рабочий стол. И берем вот эту папочку распакованную. Открываем ее. Также вам нужно будет ваш аппарат подключить в режиме накопитель. Я уже подключил. Вот он. Флеш-карта у меня на 8 гигабайт. Давайте создадим новую папочку. Так. Это нужно создавать на вашем Android устройство на флеш-карте и скинуть этот файлик в любое для вас удобное место. После чего идем в корень опять флеш-карты, находим папочку Android, находим Turbobit, вот такую папочку, и у вас этой папочки здесь не будет, и вот эту папочку просто копируем сюда, вот так вот, и она у вас должна скопироваться сюда. Вот. Смотрите, видите, здесь два файла, вот их не размер, и здесь должно быть то же самое. Вот. Все. Заходим в наш меню вашего аппарата, смартфона, запускаем игру. Высветится вот такое вот окошечко. Офлайн. Нажимаем кнопочку. И новая игра. Если игра с первого раза у вас не запустилась, перезагрузите телефон и попробуйте еще раз. Обязательно должна запуститься. Версия игры будет русская, титры русские. Перевод, конечно, не полностью, но есть тоже перевод русский. Ну, смотрим. Где отдыхай? Так, вот вам предложат также аппарат выбрать управление. Мне нравится аналоговый. То есть управление легкое, простое. Задний ход, передний.
Выкладываем отсюда. Также можно выйти на ходу. Так, по настройкам хочу вас предупредить сразу. То, что настройки. Так вот. Дисплеи. Должны быть все на минимум. Вот яркость можно на всю прибавить. Спецэффекты должны быть низко. Разрешение на все убавлено. Дальность прорисовки тоже на все убавлена. Тени выключены. Отражение машин выключено. Ну, субтитры по желанию. Для чего? Для того, что даже на дорогих, хороших аппаратах данная игра виснет, если прибавить разрешение или дальность прорисовки. Так что вот так. В принципе, вот такой вот был обзор. Ставьте классы, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!